Знали всегда наши трансляции, но сейчас другая история, расписание немного поменялось. Я думаю, вы, конечно же, в курсе всех этих изменений. И опять непривычно видеть в начале списка участников Сю Шэнь и Хонг Бо Джао, не только потому, что они уже как будто бы заканчивали свою карьеру, но и потому, что они очень мощная пара, а выступают вот в начале. Все это из-за того, что их рейтинг за время отсутствия немножко спал. И вот сейчас короткая программа, они исполняют ее первой. Сю Шэнь, Хонг Бо Джао из Китая. Публике нравится буквально все из того, что они делают. Столько мощи в исполнении этих элементов, столько качества, столько плюсов наверняка от судей. И столько придумок в этих элементах. И в дорожке шагов вы, наверное, слышали, как публика отреагировала на то, как они эту дорожку шагов исполняли, на какие-то их придумки. Катаются они под музыку «Who Wants to Live Forever» в инструментальной обработке. И делают это, конечно, потрясающе. Они выходят на лед, и ничего нет, ни суеты, ни какого-то волнения. Оно покидает зрителей моментально. Прыжок идеально синхронный, вы видели? Идеально. Это их подкрутка. Тоже так спокойно, легко. Раз, поймал, поставил. Потрясающего качества. Элементы, конечно. Выброс Ридбергер тоже вращается, не как будто бы это
тяжелые три оборота, а как будто бы там еще предостаточно места для того, чтобы и четвертый оборот сделать. Оригинальный и сложный заход на поддержку, естественно. Сложный выход. Оригинальная позиция в Тодосе. Очень спокойно. Даже излишне спокойно. Но в то же время в этом есть какая-то сжатая страсть. И Сюшэнь Хунгбо Цзяо, которые, в принципе, могли бы уже повысить свой уровень рейтинга, получают свой лучший результат в истории сейчас. 74 балла. Это не просто seasonal best, это лучший их в карьере результат. На 2 балла он превышает их собственный рекорд. Они в великолепной форме сейчас вернулись.